Русская церковь молитвенно отметила один из 12 праздников – Сретение Господне. О том, как Пресвятая Богородица и праведный Иосиф, следуя ветхозаветному закону, принесли младенца Иисуса в Иерусалимский храм, рассказывается в Евангелии от Луки. В Богоявленском соборе в Клинцах праздник Сретения Господня встретили архиерейским богослужением. Божественную литургию в кафедральном Богоявленском соборе возглавил епископ Клинцовский Трубчевский Владимир. Само слово «сретение» в переводе на русский язык означает «встреча». В храме младенца Иисуса встретил старец Симеон. Духом Святым ему было обещано, что он не умрет до тех пор, пока не увидит Спасителя мира и его Пречистую Матерь, Деву Марию. В этот момент произошла символическая встреча древнего мира и христианства, Ветхого и Нового Заветов. Встретить Бога можно и в православном храме, потому что здесь во время божественной литургии совершается самое главное таинство – таинство причастия. Мы, как и праведный Симеон, приемлем Христа, когда, достойно подготовившись, принимаем тело и кровь Господа. Это тоже встреча с Богом, к которой нас призывает Господь. В своей проповеди епископ Владимир отметил, что встреча с Господом в своей жизни будет у каждого из нас. Согласно Евангелию, для одних людей эта встреча будет неприятной, для других – трепетной. Каждая человеческая душа, каждый человек, пришедший в мир, обязательно встретится со своим Создателем, со своим Творцом. Никто этого не избежит. И поэтому, когда дар жизни присущ человеку и дан самим Господом, человек должен оправдать свое существование. Должен воздать хвалу Богу за дар жизни и совершать его заповеди. Для верующего человека, конечно же, встреча со своим Творцом, она будет трепетной, действительно, со страхом Божиим. Но этот трепет и страх Божий, он растворен и большой радостью встречи со своим любящим Отцом и Создателем. Вот мы молимся, чтобы эта встреча со своим Творцом была радостной и спасительной для каждого из нас. Праздник Сретения Господня Православная Церковь отмечает День православной молодежи. По этому случаю правящий архиерей огласил за богослужением обращение святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла.